Дубль второй, да. Давай, давай с этой стороны. Давай, давай так, вкратце. Генератор. Ну, холостого хода сейчас, я даже не помню, сколько там, где-то вот 700, наверное, получается. 700 с копейки. Оборотов где-то, может быть, 700 тоже, вот тут вот, вот сейчас, на шпинделе, ну, на патроне. Где-то так, да. 700 оборотов, по-моему, мы мерили. И на генераторе 700 вольт выхода холостого хода. Да, генератор переменного тока на постоянных магнитах. Выходит три фазы. Трехфаза выпрямляется трехфазным диодным мостом, и под получаются провода у нас плюс-минус, скажем так. Это так и туда я их как бы чуток подсоединил. Ну, вот такая вот у нас вилочка. Старая, совдеповская, да, не, это бронза, наверное, больше. Все. Много текста. Ну вот и сейчас. Все, да, нету памяти, подожди. А я не скинул. Надо, самое главное, вот сейчас вот будет. Так, надо. Ну, продолжаем. Давай, револьверчик. Продолжаем тогда. Ну и сейчас попробуем запустить вот это все чудо. Штука. Ага, то есть это за счет того, молния. Напряжение в столице. Нету изменения направления тока, и оно получается, когда он делает искру, горит. Горит бронза, то бронза, да. Бронза, и оно в воздухе замыкает бесконечно, потому что оно же горит и все. Постоянка страшная, что переменка бы такого не сделал. Ну, я не знаю. Переменка на большое напряжение сильно. На 300 оборотах получался у нас киловатт. Вот эта электродочка так уйдет, блин, и чешуя подлетает. На 300 оборотов получался киловатт. Даже не станем мы мерять, сколько получится на 700 оборотов. Ну, смысла нет, потому что так не будешь эксплуатировать. Конечно. Я думаю, киловатта может быть и 3. Ну, там даже можно было...